Моя дорогая, помни, теперь твой черед перевоплощаться. Чего? А где остальные? Остальные? О, позволь, я объясню. Ладно. Все началось за столиком в ресторане, когда Пузырёк показал мне фото на телефоне и сказал мне, что было бы круто стать человеком. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я отказался, ведь у меня не было таких сил. Это разбило его сердце, и он ушел в слезах. И тут вдруг меня осенило. Да, я не могу превратить его в человека, но зато я могу построить машину, способную на это. Превосходно! Я лучший! А? Это новый эксперимент? Да! И ты будешь первым, кто испытает его на себе! Насчет этого я не думаю, что я на 100% уверен. Королёр, залезай сейчас же! Ух ты ж! Мне пора бежать! Вечно все шишки мне! Ау! Нет! Что это? Мне пришлось применить свои сверхсилы, чтобы беспрепятственно доставить его к машине. Королёр был в ужасе, но на самом деле все шло максимально гладко. Бип! Система работала идеально. Прямо на моих глазах мечта Пузырька становилась реальностью. И Королёр на себе доказал, что мой план сработал. Его тело стремительно преображалось. ДНК заменилась на человеческую. И от старого Королёра не осталось и следа. Через мгновение предо мной предстал результат моего эксперимента. Настоящий человек. Мои руки, мое лицо, что случилось? Погляди, каким красавчиком ты стал. Это чудо. Нет, моя маска. Что это было? О, божечки, меня заметили. Выходи, где бы ты ни был. О, Гангл, это ты? Не делай мне больно, пожалуйста. С Гангл я проделал то же самое. И во второй раз машина сделала свою работу идеально. Какое же счастье видеть, как твое творение приносит такие невероятные плоды. И как приятно знать, что эти невиданные доселе научные достижения моих рук дело. Что? Я себе нравлюсь. Кейн, это ты сделал? Да. Можно мне? Спасибо! Осторожно! Пузырёк забрался в машину и начал превращаться в человека, как он этого и хотел. Его мечта, наконец, сбылась! Все прошло отлично! Ура! Да! Что все это значит? Нет! Теперь твоя очередь, Джексик! О! Ну как я выгляжу? Вау! Что происходит? Теперь твоя очередь, помни! Нет! Что? Надо валить! Надо валить! Ну же, будет весело! Давай, я покажу тебе! Видишь? Что? Нет! Вернись сюда, юная леди! Помогите! А ну стой! Мы все счастливы, и ты тоже будешь! О, господи! Кейн, остановись! Только подумай, превратившись в людей, мы сходим с ума в попытках найти выход! Да, да, конечно! А теперь? Что это было? Где, черт возьми, выход? Освободи нас! Сейчас же! Выход, выход! Я хочу выбраться отсюда! Эй, ребят, вы чего? Это ты во всем виноват. Я больше не могу. Говори, где гребаный выход. Сейчас же. Нет, Джекс. Я ничего не могу сделать. Почему? Черт, за что? Как отсюда выйти? Где дверь? Не может быть! Пузырёк? Выпусти меня! Нет! Я не могу! Дружище, прошу! Мне так жаль! Держись! Я не могу перестать думать об этом, Кейн! Помоги! Я не могу! Кейн! Джекс, проснись, пожалуйста! Это больше не игра! Иди сюда! А ну назад! Бесполезно! Тебе конец! Тебе конец, Кейн! Дело плохо! Кейн, что нам теперь делать? Единственный способ остановить это – сломать машину! О, мой бог! Нет! Куда это ты собрался, Надо бежать! Хватит носиться! Королёр, прекрати!
Они не могут очнуться. Черт! Ты станешь одной из нас, хочешь ты или нет. Гэнгл, пожалуйста. Это уже не ты. Вот и Пузырек? Я. Так, соберись, я с ним справлюсь. Да. Не шагу дальше. Они повсюду. Иди сюда. Надо сломать ее. О, идеально. Пора заканчивать этот балаган. О. А ты где? Джекс? Джекс, не убивай, умоляю. Нет, я должен. Нет. Черт, ничего не получается. Нет, постой, отпусти. Это моя последняя надежда. Да. Чудненько. Чудесненько. Ты сделала это, помни. Молодец. Кейн, прости, это все произошло из-за меня. Пузырек, все в порядке. Ой-ой. Мне нужна помощь. Чего? Где это я? Что? А у меня нет рук? А? Добро пожаловать в удивительный цифровой цирк. Ты кто? Я хочу уйти. Упс, одна маленькая деталь. Отсюда нет выхода. Ты шутишь? Привет. А? Привет, добро пожаловать. А вы кто? Кто такие? Это кошмар, мне тут не место. У кого-то явно нервы сдают. Скажите, как отсюда выйти? Мне очень жаль, но выхода действительно нет. Вы ведь не серьезно, правда? Это просто сон. Проснись. Что с ним? Кукуха того. Можешь не пытаться. Просто расслабься и получай удовольствие. Как можно расслабиться в такой ситуации? И ты еще смеешь издеваться надо мной? Больненько! Выпустите! Выпустите меня! Нет! Я найду выход, чего бы мне это ни стоило! О, нет! А что? Вы меня одного оставили? Это очень неприятно. Так, пора с этим что-то делать. А? Мой жезл? Прекращай. Хватит валять дурака. Где выход, признавайся? Нет его, правда. О, вот и жезл. Я должен быть быстро собран. Мне надоело. Умри. Проклятие. О, почти. Серьезно? Да хватит уже измываться. Гэнгл, ты в порядке? Я здесь. Иди сюда. Рогата, нет. Заткнись, пескля. Ты ничто. Черт. Получай. Вот черт. Где выход? Ну, это умнее этих кретинов. Беру свои слова. Обратно! Куда он делся? Вау! Нет, не приближайся ко мне! Пора с этим покончить! Нет, послушай, цирк — это потрясающее место! Дай ему еще один шанс! Я сам найду выход! Нет, остановись! Иди сюда! Ауч, нет! Готовься к смерти! Нет, не могу смотреть! Эй, я пришел спасти тебя! Пузырек! Держи! О, спасибо! Стоять, чудовище! Мой жезл при мне, а значит, тебе пора на покой! Да сдохни ты уже! Узри! Прости и прощай! Ну вот и все! Ух, честно говоря, я даже проголодался! Сайонара! Упси! О, нет! Неужели это конец? Как же больно! О, моя королева! Ты сейчас рассеешься! Держись! Я не могу долго сопротивляться! Это все из-за моего прошлого. В детстве мы с дедушкой часто играли в шахматы. Это он научил меня всему, что я знаю. Неплохо. Но твою тактику легко разрушить всего одним ходом. Шах и мат. Ой, чего? И как я сразу не заметила? Он был сильным игроком. А вот я... Ты опять выиграл? Так нечестно! Ты чего?
Ты отлично играешь, а скоро будешь играть еще лучше. Внученька. Я тебя не люблю, дедушка. Но... Дедушка, нет. Он закричал от боли и упал на пол. Его отвезли в больницу, но меня ждали плохие новости. Боюсь, я должен вам кое-что сказать. Что такое? Лечение будет очень дорого стоить. Что? Подождите, у меня столько денег. С каждой минутой дедушке становилось все хуже. Я не знала, что делать. Как вдруг я увидела афишу шахматного турнира. Это был мой единственный шанс оплатить лечение. Поэтому я отправилась туда. Проходите сюда, девушка. Присаживайтесь, ваша очередь. Девчонка, то я тебя в два счета сделаю. Ты реально надеешься на победу? Ты ведь новичок, да? Мне было ужасно страшно. Казалось, что он знает каждый мой ход наперед, из-за чего играть было еще тяжелее. Твой ход. Пока, наконец, я не увидела идеальный ход. Я походила слоном, чтобы отвлечь его, он в ответ походил конем. И тогда... Я выдвинула вперед своего ферзя. Ну ты и дурёшка. Что? Не может быть. Она что, выиграла? Чёрт! Ой. Теперь меня ждал следующий раунд. И я выигрывала всех. Одного за другим. Как меня учил дедушка. И я поднималась все выше в турнирной таблице, надеясь спасти его. Мой последний соперник выглядел так жалко и неуверенно, что мне уже казалось, что приз вот-вот будет у меня в руках. Поэтому я сразу пошла в атаку. Мальчишка же играл очень осторожно, медленно перемещая фигуры по доске. И в какой-то момент... Шах, наверное. Я думала, что все идет по плану. И это была моя вторая ошибка. Я съела его ферзя слоном. Да, я победил. И тогда... Отличная игра. Шах и мат. Мой король пролетел у меня перед носом и рухнул на пол, как и все мои надежды. Неплохо. Да! Ура! Ура! Ты молодец! Ух ты, молодец! Спасибо! Даже не верится. Спасибо всем. Прости, дедушка, я подвела тебя. Эй, ты очень талантлива, классно поиграли. Классно поиграли? Для тебя это игра? Нет, стой. Деньги мои, я должна спасти своего дедушку. Эй, это несправедливо. Да, ты совсем уже? А ну, верни деньги. А ты попробуй отними. Как так получилось? А? Куда она делась? Надо бежать! Остановись! Сейчас же! Что же мне... О, люк! Через него избегу! Пока! Я сказал стоять! Так, я на месте? Мои вони! Наконец-то! Ой, дедушка! Получилось! Куда это вы собрались, юная леди? Вы идете со мной! Вы арестованы! Вы не понимаете! Внученька, это ты? Не трогайте меня! Деда! Ты украла деньги? Все не так, как кажется! Зачем? Деда! Что происходит? Нет! Я не могу. Сэр, вставайте! Я сделала только хуже. Полицейский приковал меня наручниками. Я пыталась выбраться, но не вышло. Мне оставалось только сидеть и плакать, как вдруг... Здравствуй, девочка. Я профессиональный ученый. Будем знакомы. CMA? Есть предложение. Ты поможешь мне в одном исследовании, а я взамен оплачу лечение твоего дедушки. Да, я сделаю все, что угодно. Какая умная девочка. Это же... Ого. А теперь пора отсюда.
Хорошо. Вот мы и пришли. Ого. Ну что ж, это за место? Просто сядь сюда, а я все покажу. Хорошо. Сейчас увидишь. Запуск. Боже. Где я? Помогите. Что? Где я? Добро пожаловать в наш цирк! Привет. О, я знаю, кто тебе понравится. Вот, это королева. А ты меня спросить не забыл? Да ладно, вы же созданы друг для друга. Ты вообще о чем? Привет. Отлично, хорошо вам посидеть. Я пошел. Привет. Не хочешь сыграть партию в шахматы? Шахматы? Нет, ничего лучше. Обалдеть! Давай сыграем. Я первый. Вперед, моя пешечка. Так, посмотрим. Да. Ну, удачи с коняшкой. Ладно. О. Шах и мат. Ты хорошо играешь, но я лучше. Я победила. Я и не подумал об этом ходе. Очень хорошо. Ой, ну не льсти мне. И еще очко в мою пользу. Просто невероятно. Да. Но, дедушка, было весело, но мне надо идти. Куда? Отсюда нет выхода. Я думал, ты знаешь. Что? Нет. Снимите с меня. О, нет, успокойся, все будет хорошо. Я хочу домой. Что происходит? Все становится только хуже. Что? О, нет, моя королева, слишком поздно. Прошу тебя, расслабься. Может, еще партейку? Где выход? Я не знаю. Помогите! Скажи мне, где он? Выхода нет. Ложь! Неужели и я тоже? Это вопрос жизни и смерти, так что говори. Я не вру. Правда. Сегодня без катастроф. Ты в порядке, бро? Думаю, да. Ладно, пора вынести мусор. Нет-нет-нет-нет, подожди, не делай этого. О, мне жаль, но мы ничего не можем сделать. Прости. Нет, моя королева. Дедушка, прости меня. Моя королева. Мне жаль. О нет, этого не может быть! Мне нужна помощь! Кауфман! Что? Что тебе нужно? Пришло время приключений! Я не очень хорошо себя чувствую, так что я пас, спасибо. Эй, все! Сюда! Что случилось? Кауфма плохо, надо бы его подбодрить. Ну, удачи, если что, я у себя в комнате. Ты тоже часть команды! Как-то не хочется. Что? Ай, нет! Ай! Ай-яй-яй! Раз уж все здесь, подсобите мне, пожалуйста. Давайте я сначала попробую, может, я смогу? О, бедняга, не волнуйся, я пришла помочь тебе. Кауфма, это я. Ой, прости. Извини, что? А это что? У меня есть идея. Какая? Давай рисовать. Рисовать? Ладно. Еще одна деталь и все. Смотри, зайчонок. Выход. О, ладно. Боже, как же он страдает. Теперь твоя очередь, Генгл. Веселитесь, развлекайтесь, пока-пока. Эй, Кауф, мы не грусти так. Эй, расскажи мне шутку. Ну, не знаю. Не знаю? Это так смешно. А где смеяться? У юмора, где? Например, где выход, я не знаю. Ты такой смешной. Я сейчас лопну.
О, моя маска комедии. У меня еще в запасе есть. Но моя маска... О, не волнуйся, может, ее можно починить. Ой, как жаль. Моя маска комедии. Теперь твоя очередь, я зубал. Как скажешь. Может, пойдешь с нами поиграешь? Я не хочу. Ну, я пыталась, пока. Стоять! А? Спроси нормально. Почему? Ну, это долгая история. Когда-то я был обычным мальчишкой, и у меня была мечта веселить других. Привет, а? Друзья. Кто это? Зачем курица перебегает дорогу? Чтобы попасть на другую сторону. А что? Почему у лжеца цветной костюмчик? Потому что он импостер. А? Куда они делись? Оу. Что? Ты типа шутник, да? Нужна помощь с анекдотами? Ауч, зачем ты это делаешь? Так-то лучше. Идем. Неудачник. Ауч. Мои шутки. Нельзя их потерять. О, нет! Ветер уносил мои шутки прочь, и я ничего не мог сделать. Как вдруг ко мне приблизилась какая-то красивая девочка, и она предложила мне быть друзьями. Я хотел показать ей, что она мне очень нравится. Поэтому я решил подарить ей цветы. Однако я чувствовал, что что-то не так. Девочке очень понравился мой букет. Но один из хулиганов все испортил. Он сбил с дерева осиное гнездо, и разозленные осы кинулись на мою новую подругу, кусаясь и жались. Я не мог бросить ее в беде. Мне повезло найти ведро воды, а хулиганы даже не попытались ничего сделать. Они только смеялись, пока бедная девочка страдала. К счастью, вода могла отпугнуть насекомых. Я прокинул ведро, но в ведре оказалась краска. Лучше ей быть не могло. Прости. Ты издеваешься? Я не знал, что там краска. И знать тебя больше не хочу. Вернись. О, нет. А ты забавный, кстати. Но вдруг произошло нечто неожиданное. Я столкнулся с настоящим ученым. Неплохой костюм. Я что, похож на косплейщика? Забавно. Расскажи еще одну шутку. Красная и пахнет соплями. Что это? Не знаю. Клоунский нос. А ты неплох. Вы правда так думаете? Какую собаку завел фокусник? Не знаю. Лабракадабрадора. Алгебраично. Слушай, а приходи ко мне. Вы хотите, чтобы я работал с вами? Но почему? Чтобы больше людей могли услышать твои шутки. Я согласен. Я принял его предложение, и он привез меня в свой офис. Твоим первым заданием будет изучение виртуального мира. Вау, офигеть. А можно прямо сейчас? Ого, вот это круть. Конечно, можно. Это просто... И тут со мной произошло что-то совсем странное. Мое тело начало трансформироваться во что-то вроде аватара на основе моих основных качеств. Я стал настоящим клоуном. Это было невероятно. Все мои мечты стали реальностью. Добро пожаловать в удивительный цифровой цирк. Привет. Клоун? Привет всем. Я похож на Бэтмена. Как вылитый. Ну, привет, юморист. Ты что-то сказал? Привет, друг. И добро пожаловать. Привет. Рада познакомиться. Хорошо. Точно. Хотите анекдот? Так, посмотрим. Да, тук-тук. Абракадабра. Нет, стойте. Я пошел. О, нет, не может быть. Я хочу выйти. Ауч, что? Дай подумать, отсюда нет выхода. Вот, спасибо, что выслушала. Что? Она ушла.
Привет. Да что ж такое? Ты в порядке? Ой. Где выход? Дай подумать. Отсюда нет выхода. Что? Извини. Что происходит? Спасайтесь! О, моя крепость! Так, ладно. Точно! Есть же еще Джекс! О, он сбежал. Что ж тогда моя очередь получается? Привет, дружище! Чего тебе надо? Я только хочу поиграть с тобой. Типа приключения? Да, только для тебя. Правда? Именно! Посмотри. Ни за что. Давай, попробуй. У меня получилось. Ух ты, да я годы на это потратил. Спасибо, Кауфман, наслаждайся одиночеством. Не, надо мной издеваются. Но мне даже понравилось. Отсюда нет выхода. Почему? Что за шум? О, господи, что случилось? Кауфман убит. Боже мой, как же я скучаю по тем временам, когда я был человеком. Мой хомячок, пузырек, это так несправедливо. Почему я не могу вернуться туда? Кейн, ты какой-то грустный, почему? Я грустный? Ну и воображение у тебя. Ничто не заставит меня грустить, кроме разве что воспоминания прошлой жизни. Ты помнишь свою прошлую жизнь? Конечно же, как можно забыть, как плохо нам было тогда. Я был обычным счастливым мальчишкой, который любил природу и играть со своим хомячком. Но меня всегда донимали хулиганы. Ты глянь на него! Дихобяк, а какой-то хрен! Чего вам надо? Эй, они просто завидуют! Спасибо, пузырек. Но хулиганы не успокоились и попытались отобрать пузырька. Нет, я сопротивлялся как мог, но они были сильнее меня. И у меня получилось. Верни пузырька! Я упал и пытался встать, но было уже слишком поздно. Я был слишком слаб. Ну что, Гэзон, давай повеселимся. Может быть. Они отобрали пузырька и хотели сбросить его в канализацию. Нет, не надо. Я умолял их не делать этого, но хулиган разжал пальцы. И с пузырьком исчезло мое счастье. Хулиганы еще раз рассмеялись надо мной и ушли. Я надеялся, что его еще можно спасти, но ничего не нашел, кроме грязи и мусора. Почему? Мне ничего не оставалось, кроме как вернуться домой, уже ни на что не надеясь. Но он был жив, хотя я этого еще не знал. Мне было грустно, я постоянно проваливался в свои мысли, и учитель решил устроить мне встряску, чтобы я сосредоточился. Ты принес свои учебники? Сказал он. Я заглянул в свой рюкзак, но там ничего не оказалось. Угадай, почему это произошло? Они снова надо мной посмеялись. Они украли их у меня. Хватит врать, вон из класса. Пришлось подчиниться и выйти на улицу. Несправедливо. Я был зол и расстроен, но вдруг появился он. Пузырек! Кейн! Цифровой цирк? Ого! Смотри, пузырек, дверь. Время приключений? Звучит неплохо. Пойдем! Пойдем! Только осторожно! Вот это да! Мы и не думали, что в этот миг наши тела изменятся навсегда. Мы превратились в странных фантастических персонажей, которые словно сошли с обложки видеоигры. Мы стали похожи на главных героев какой-то истории, которой сейчас предстояло родиться. Что происходит? Мне нравится! Мне тоже! Да! Ох, блин! Теперь они стали еще страннее! Ну что за дело? Да! Какие же лохи! Но у вас и лица. Что происходит? Не волнуйтесь, я всего лишь... Нет, не надо! Сильно задену ваши чувства. Нет! Нет, не надо! Ты в порядке? Чего? Вот так мы и оказались здесь. Мне так жаль. Не жалей меня, лучше их пожалей. Теперь они мои питомцы. Обожаю. Твои питомцы? Мы прибыли. Чего? Где это мы?
Я не уверен. О, спросим у них, как нам выйти. О, ты сказал выйти? Обратно, глупышка. Когда она перестанет петь, надо остановиться, а? Иначе она тебя убьет. То есть сейчас мы можем двигаться? Тогда бежим! Стоять! Все замрите. Надо бежать, а не то мне конец. Зубл? Ненавижу эту игру. О, господи. О, ладно, только не своди с нее глаз. Это как? Если сдвинусь, умру? Помни, игра супер! Давай играть! Ты хутала, б***ь, ебдал! Кто двинулся? Что? Что? Я тебя вижу! Ой-ой! Ты, кажется, споткнулась. Нет, за что? Кто же двинулся? Ты сломал мою... Отличная работа. Веселуха. Согласись. Это не смешно. Да бросьте. Мы уже близко. Полный вперед. Я должна справиться. Ты не сможешь. Друзья, мои легкие больше не выдержат. Почти добралась. О, королёр, нет, давай скорее. Прими это как должное. Не жди меня. О, боже мой. Что же мне делать? О, королёр, время уходит. Мне так жаль. Прости. Изи-пизи, лемон сквизи. Кто двинулся? Только плохие игроки проигрывают. Не так ли, пузырёк? Пузырёк? Нет, за что? Я не хочу умирать. Что все это значит? Столько выходов? Они настоящие? О боже, только не снова. Алло, есть кто-нибудь? Может, тут? Я так больше не могу. Давай бежим. Что? Нет! Кто? Этого не может помни! Быть. Помни! Держу, не двигайся. Муся! Держись, держись! Не дай мне упасть! Ну, хорошо. Сколько у нас времени? Что? Всего 4 секунды? Надо бежать, сейчас же! Я больше не могу. Я объявляю себе шах и мат. Раз, два, да, получилось! Я победила! Королёр, ты видел? Королёр? О, нет, мне так жаль. Давай, двигай булками! Джекс, я сейчас упаду! Помни, не сдавайся! Кто пошевелился? О, нет. Нет. Похоже, что... Похоже, что... Что? Получилось! Юху! Мы с тобой молодцы! Ну и что теперь? О боже, это случилось! Мне плохо! Ты двигаешься? Тогда прощай! О нет, Кауфман! Не так быстро, мы еще не закончили. Что? Я не хочу смотреть. Своеобразный вкус. Но сойдет. У нас получилось. Что? А где все? Ребят, похоже, я выиграл. Кто игрок номер один? Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.